Рижане спрашивают, почему депутаты Рижской думы проголосовали за снос вот этого памятника в межапарке? Ответ. Потому что 2/3 рижан, для которых этот памятник важен, не пришли на выборы в 2020 году. Против сноса памятника голосовали депутаты Русского Союза Латвии и еще одной оппозиционной партии. Даже не вся оппозиция проголосовала против. Это говорит о том, что ответственность несут не только депутаты, но в первую очередь и избиратели. Эту ошибку нельзя повторить в этом году. 1 октября выборы в Сейм. Необходимо выбрать таких депутатов, которые не позволят принятия решений, подобных сносу этого памятника.